Всем привет, дорогие друзья, это Сова. Мы продолжаем с вами Satisfactory Satisfactory. И сегодня пойдем, делать грязь, как всегда. Как всегда мы любим делать грязь. Пойдем планировать всякое. Для того, чтобы подпланировать всякое, нам потребуется пинок под жопу в виде вот этой штуки. Давай. Отлично. Вот мы приехали куда нам нужно, ну не совсем. Нужно нам, приехать было вот куда-то примерно вот в эти степи. В эти степи и леса. Здесь у нас огромный цех. Вот такой, цех. Это еще как бы не все. И все это ради одной единственной цели. Мы здесь хотим сделать все. Все для фронта, все для победы. Все, чтобы мы могли делать по одному суперкомпьютеру в секунду. И надеемся на то, что это не пустая хрень. И это нам реально пригодится в будущем, когда мы захотим какие-то следующие тиры там что-то куда-то как-то развивать. Ну да ладно. Смотрите, что у нас будет дальше происходить. Нам надо теперь вот к тому второму, второй вот этой хрени, которая у нас там свисает сверху, к ней нам надо присобачить линию, по которой мы пофигачим 180. 180 херней определенных. Для того, чтобы понять, сколько нам чего нужно и как мы будем это располагать, мы поставим такой вот изготовитель и пойдем заценим внутри этого изготовителя, как там, собственно, дела. Так, вот такие вот нам нужны будут скоростные коннекторы. Да? Нет, вот такие нам нужны будут скоростные коннекторы. Да, вот таких скоростных коннекторов нам нужно, соответственно, будет 180 штук. Генерируется их ядрен батон. 82 штуки нужно будет. 82, причем с половиной. Блин, это как-то вообще одно в другое не вписывается на самом деле. 820, то чуть даже хватать не будет, слушайте. Так, ладно, это я отвлекся. Надо сначала посчитать, сколько я их должен сделать, этих штук. Так, для этого, собственно, мы берем 180 и делим эти самые 180 на 3,75. Получается 48 изготовителей. Охренеть. 48 изготовителей, это прям поляна будет, мое почтение. У меня даже, наверное, ресурсов не хватит, чтобы 48 изготовителей построить. Так, ладно. Да, не хватит же. Во-первых, надо их записать в блокнотик. То я забуду, сколько их надо. Так, значит, давайте прописываем. Их нужно 40, да, мне прям, причем плотно не хватит. Так, мне прям плотно не хватит. Прям не хватит мне вообще охренеть. А я вообще их сюда размещу? Я что-то уже начал сомневаться в том, что я, в принципе, здесь такое количество разместить смогу. Так, ладно, давайте сначала разместим, сколько получится. Че-то какая-то ахта куда получается. Так, вообще нам, конечно, крайне желательно было бы вот сюда запихнуть. Блин, а куда мы здесь еще одну запихнем? Все равно здесь не запихнется. Короче, запихнуть под полом еще одну хрень. И, соответственно... Слушайте, а вообще, кстати, кроме шуток, мы же можем потом заасфальтировать вот эту часть, вот прям до туда. Здесь потому что выступов нет, и здесь еще разместить такие штуки. Так, мысль неплохая, ладно, давайте начнем с простого. Так, во-первых, чтобы ничего нигде нам не мешало, вот здесь вот мы должны уже закончить. Так, давайте выставим изготовители на четверу. Господи, их еще надо будет подводить ресурсы определенным образом туда. Так, что-то я, мне кажется, погорячился. Ладно. Нет, что я вообще сделал? Так, я сделал неправильно. Я сделал неправильно, потому что мне вот должен вот и отсюда быть. Так, вот здесь вот, допустим, ставим изготовитель. Так. Мы должны будем прям знатно отступить. Так, чтобы загнать три штуки, нам на сколько надо будет отступить?
Блин, для того, чтобы понять, насколько нам надо будет отступить, мне надо туда сходить. Ну, пойдем сходим, ладно. Чтобы мне заново не высчитывать, я примерно по такому же принципу планирую делать и здесь. Так, это мне еще надо нефти будет сюда пригнать, не забывать, кстати, об этом. А, у нас же здесь еще этаж выше. Короче, ладно, сейчас разберемся. Сейчас разберемся, чего нам куда надо присобачить и чего нам куда надо притащить. Так, нам надо отступить здесь 3 полных блока. Если мы отступим 3 полных блока, нам всего хватит. Да, 3 полных блока плюс конвейерные лифты. Так, ладно. Блин, здесь тоже нужны конвейерные лифты для того, чтобы быстрее перемещаться. А то что-то очень долго стало ходить здесь. Так, значит, мы теперь отступаем. Ну да, это будет прям проблема. Так, ладно, мы теперь отступаем, короче, 3 полных блока. И вот здесь вот фигачим еще одну такую тему. Так, еще одну такую тему фигачим вот здесь. Вот здесь, вот здесь. Так, это у нас кусок номер один. Так, а сколько их там нужно-то? 48, да? 45. Нет, 40... Да, 48 их нужно было. Один я просто стер, и думаю, как, блин, 45 могло получиться. Так, да, их нужно было 48, вот два мы построили. Так, хорошо, ладно, конвейерный соединитель. Давайте мы его сюда запихнем. Ну, например, вот сюда. Направлен он будет, например, вот сюда. Так, ладно, теперь, значит, конвейерный соединитель номер 2 мы запихнем куда-нибудь. Давайте вот здесь вот он пусть стоит. Так, и направлен сюда. Так, теперь здесь давайте конвейерный соединитель будет направлен вот туда и стоять по центру этой штуки. Так, от него... Блин, от него не хватит, кстати говоря. Так, давайте тогда мы, знаете, как для того, чтобы примерно ровно выставить, мы сейчас протянем вот сюда кусочек. Так. Здесь мы поставим конвейерный соединитель. Так, где он должен будет стоять-то у нас? Слушайте, я здесь как-то неправильно поставил. Давайте поставим правильно. Давайте прям, чтобы все было ровненько, хорошо и красиво. Так, давайте ставим сюда. Потом отматываемся сюда и ставим... Так, где он там должен стоять-то? Блин, я сумел как-то криво поставить ленту в такой, в принципе, вполне тривиальной истории. Так, ладно. И где он там должен стоять? Вот так вот он должен стоять. Так, значит, подключаем вот эту тему сюда. Эту тему подключаем сюда. Здесь мы прокопаем, в принципе, нахрена. На самом деле здесь что-то копать. Потому что здесь он уже, вот она. Что-то копать здесь как бы уже, наверное, бессмысленно. Так, нам надо вот эту вот фигню завернуть на центр. Мы можем эту фигню завернуть на центр? Чуть-чуть она на центр не заворачивается. Мы почти можем завернуть фигню на центр. Так, а как мы можем завернуть ее не почти? Если я, допустим, захотел бы завернуть ее... Прям вот, чтобы центр был прям центре некуда. Можем мы такую обеспечить ерунду себе? Так, значит, ты идешь, ну, допустим, куда-то сюда. Так, мы сейчас примерно прикинем, как это у нас должно быть. Ну да, она прям строго по центру у нас идет. Ну-ка, если я, допустим, захочу сделать вот так, а потом отсюда повернуть. Так, это будет не центр, ни хрена. Так, а если я захочу сделать тогда кусочек, а потом отсюда повернуть уже. Так он будет разворачиваться, хрен знает сколько. Так, а если тогда еще кусочек, и от этого кусочка уже повернуть. О, тогда смогу. Я, правда, не уверен, что он ровно стоит. Сейчас мы примерно прикинем, как это у нас может быть. Да не, вроде ровно стоит. Ну да. Стоит вроде ровно. Но вот этот аппендикс, конечно, здесь нахрен не нужен. Но он все равно будет, потому что здесь еще в подпол уходит ерунда. Поэтому от него мы особо никуда не денемся. Так, ладно, теперь давайте вот здесь вот сделаем по-нормальному.
Так, чтобы сделать здесь по-нормальному, надо вот эту тему довести вот сюда. Так, здесь доводим сюда. Вот эту вот фигню мы убираем. Доводим ее вот сюда. Так, здесь теперь, чтобы можно было пройти, мы забахаем вот такую вот вещь. И в эту вещь забахаем вот так вот конвейерную ленту. Так, теперь вроде как ровно. Ровно? Ну да, вроде как ровно. И там вроде как ровно, и здесь вроде как ровно. Так, ладно, хорошо. Еще нам надо где-то разместить 46 таких херней. Давайте для начала посмотрим, сколько таких херней войдет просто в рядочек. Будем строить, пока не закончится. Закончится, я смотрю, оно очень быстро. Так, раз, два, три, четыре. Так, раз, два, три, четыре. Пять. Так, шесть. Да, вот уже это показалось. Так, 7, 8, 9, 10, 11. Так, у нас здесь влезают 11 штук. Не густо. Так, а через сколько у нас будет повторяемость у них? Давайте теперь посмотрим сюда. А повторяемость у нас будет через 10. А нет, как раз через 11. Ну да, как раз через 11. То есть где-то на половине... Ну, у нас, соответственно, должно быть две линии. То есть у нас одна линия высокоскоростных пойдет на одну часть, и вторая линия высокоскоростных пойдет на другую часть. Да, это самая жирная хреновня. То есть из расчета 900 конвейеров. У нас просто 900 пока нет, но они потом будут. У нас здесь все из расчета 900. Так вот, из расчета их это будет 820,5, получается. И еще, грубо говоря, 80. Может быть, конвейер, кстати, побыстрее чуть будет. Еще, соответственно, 80. Это получается 11. Так, то есть где-то по центру нам надо будет подключиться. Вопрос только, блин, как это сделать. Но я так думаю, что мы на самом деле не будем заморачиваться такими вещами. Мы, наверное, все-таки сделаем 10. Да, делаем мы 10. А если мы не сделаем 10? Ну-ка, это у нас останется, подожди, 36. Да, елки-палки. Так, 36. Останется тогда 25. А, все равно ни хрена никуда не бьется. Так, давайте сделаем десятку тогда. Не будем вот это вот доводить. Так, сделаем десятку, и тогда еще один изготовитель мне надо будет сюда присобачить. Вот, 37 изготовителей мне еще надо разместить. Правильно? Ведь. Мне так кажется, что правильно. Если я ничего нигде не забыл, а я надеюсь, что я ничего нигде не забыл. Нет, да, все 48, все правильно. 48... 11 мы построили, да, включая тот, а осталось 37. Так, ладно. С местами будут некоторые проблемы. Ладно, коммуникации мы сюда будем запихивать под полом большинство. По крайней мере, сколько сможем. Вот сколько не сможем, конечно, как мы будем запихивать, вообще хрен его знает. Блин, здесь еще, сука, 60 кремния нужно будет на каждое... Ну, то есть, грубо говоря, линия кремния, считай, на одну... Да, линия кремния на каждые 5... Ой, блин... Я только что осознал, насколько это было опрометчивое решение. Ну, ладно. Уже начали, уже теперь отступать некуда. Так, значит... А что значит? Надо перестать, значит, дергать мышкой и продолжать строить. Так, это у нас третий. Четвертый. Пятый. Так, шестой.
седьмой. Так, на восьмой. Девятый. И десятый. Так, вот у нас есть 10 волшебных штук. 10 волшебных штук, и даже еще осталось немножечко места дополнительно после этого. После этих 10 волшебных штук. Так, кстати, надо вот это доделать. Надо, кстати, доделать вот это, пока я это вижу. Нет, нельзя доделать, потому что, блин, у меня металл закончился. Я думаю, что-то я забыл, металл забыл взять. Ладно, не судьба. Так, ладно. Теперь мне надо бы, конечно, в идеале еще такую же присобачить штуку рядом. Могу ли я присобачить такую штуку рядом? По идее, могу. Тут как раз примерно вот площадка еще на такую же дребеденьку осталась. Так, но проблема только в том, что у меня не хватит ресурса для того, чтобы подстроить. Мне хватит на 10 всего лишь. Моторов у меня нет. Так, ладно, надо пойти взять железо, компьютеров, кабеля, каркасов. Что еще нам надо взять? Соединители. Так, пруты еще есть. Так, ладно. Надо взять побольше всего тогда. Слушайте, ну, мысль достроить вот с той стороны еще вот до той скалы уже, на самом деле, не кажется мне плохой. У меня такое ощущение, что это вообще прекрасная мысль, кстати говоря. Потому что я не знаю, где еще это можно будет разместить, причем, чтобы все это было компактненько и рядом. Да, ну ладно. Так, для начала пойдем зайдем за кабелем и за металлом. Так, для начала даже за металлом. Уже скоро, наверное, придет пора запускать фабрику. Так, металл. Раз, два. Так, возьмем с собой 300. Так, здесь у нас рядышком прутики. Так, из прутиков возьмем еще... Да нет, столько мне на самом деле не нужно. Так вот у нас будет прутиков. Прутиков. Так, сколько у меня, кстати, бензин? Бензин тоже мало. Так, идем сначала тогда за проводами. Забираем проводов. Так, вот я не туда пришел. Блин, где я вообще? Что я здесь делаю? Так, ладно, тогда пойдем сразу за каркасами сходим. Я, короче, заблудился. Так, значит, вот 150 есть. Это нам хватит полностью на все. Так, теперь мы забираем, значит, вот это нам хватит тоже на все. Так, теперь отсюда мы забираем еще движков, их нам тогда тоже хватит. Здесь мы тогда сразу сейчас возьмем бензинского. Так, здесь сразу возьмем пару сотен бензинского, и тогда останется нам только на провода, и все. Так, ну давай, проваливайся туда. Надо убрать, короче, эту хреновню отсюда, то она мне мешает только исключительно. Так, забираем отсюда провода. Ну, типа, как бы, в общем, мне вроде как всего хватает, якобы. Ну ладно, пойдем тогда еще запихнем такую балалайку. Так. Here we go. Так, here we go again. Теперь нам нужно захреначить еще здесь уровень. Так, давайте мы посмотрим, куда мы еще уровень таких дребедений здесь поставим. Так, ну допустим, отсюда мы его возьмем. Так, нам надо почему-то будет отравняться. Так, давайте отравняемся вот по этой штуке. Так, там будет немножечко побольше места. Но ничего страшного. Так, 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 так. Так, так, так. Травнялись? Вроде травнялись.
Так, вроде ровно. Так, теперь мы ее разворачиваем. Отступаем раз, два, три квадрата. И хреначим еще одну такую же штуку вон там. Ну да, дальше я уж там особо ничего не присобачу. Дальше я ничего не присобачу. Это прям явно. Так, ладно, хорошо. Значит, коннекторы, которые у нас будут делаться там, пойдут у нас в итоге вот сюда. Пошли. Так, здесь у нас как бы место позволяет сделать все. С этим все хорошо. Здесь тогда не так. Здесь тогда вообще не так ни разу. Так, здесь тогда у нас должна быть... ладно, хорошо. Чтобы у нас не плодились дальше ящики, для начала мы сделаем тогда соединитель. Так, направленный вот сюда. Так, здесь соединитель у нас будет еще один, направленный вот туда. Так. Так, давайте теперь одно подпишем к другому. Так, теперь нам надо вот примерно вот в этом месте все это дело собрать. Так, во-первых, надо все переупорядочить. Так, отсюда надо вот это собрать. Так, отсюда надо вот это собрать. И вот эту вот штуку надо разобрать. Так. Так, ну а что так? Значит, во-первых, нам надо вот эту вот вещь отсюда убрать. Теперь где-то здесь нам надо сделать конвейерный соединитель, направленный примерно вот в ту сторону. Примерно где-то вот здесь вот мы его, наверное, забахаем. Так, можем ли мы из этого конвейерного соединителя захреначить линию вот сюда? Нет, не можем. Так, не можем мы его захреначить вот сюда. Так, давайте сначала смотреть, как мы будем его дальше подключать. Это первое, что я хочу посмотреть. Так, вот так вот он вроде ровно расположен, но единственное, что мне теперь надо прям в уровень поставить вот здесь вещь. Это получается вот сюда. Нет, это ни хрена получается не вот сюда, потому что их разделяет небольшой кусок. Блин, этот кусок я, наверное, никак отсюда и убрать не смогу. Так, да, кусок, походу, не убирается. Слушайте, ну здесь они прям вообще... прям вот вообще вот так вот прям аж. А если я немножечко передвину? Блин, как-то оно, по идее, должно сюда зацепиться. Как-то. Но я пока что-то не знаю даже, как это сделать. Можно было бы, конечно, вот эти штуки чуть-чуть передвинуть. Как раз под него. Или наоборот, передвинуть в ту сторону для того, чтобы хватило расстояния. Ну-ка, давайте подумаем, как это сделать. Хорошо, предположим, мы его опускаем вниз. Направлено, ну, вот сюда. Так, теперь, допустим, конвейерный соединитель у нас расположен будет, так, ну, допустим, вот здесь. Так, подключается он? Так, вот теперь он подключается ровно. Ну, значит, тогда нам нужно будет пересобрать конвейерные соединители, которые у нас уже поставлены. Ну, благо их мало. В принципе, мы это можем себе позволить. Так, значит, отсюда у нас идет... вот сюда. Так, отсюда у нас идет вот сюда. Так, и здесь она у нас в итоге запихивается туда. Так, хорошо. Значит, тогда из вот этого соединителя мы можем сделать вывод вот сюда наверх. И нам надо будет пересобрать тогда вот эту вот часть. Так, надо будет пересобрать вот эту часть. Часть, кстати, довольно большая получилась. Так, ладно, давайте тогда мы ее потихонечку будем пересобирать. Значит, вот отсюда дащим туда. Так, здесь тогда хреначим на полную катушку. Хотя, конечно, было бы, наверное, симпатичнее профигачить вот здесь, а не такими длинными пролетами. Так, давайте так и сделаем. Раз я все равно все переделаю, давайте тогда сделаем вот так. Значит, берем здесь нулины. Отсюда он у нас будет идти. Где-то вот здесь вот он у нас будет подниматься. Так, насколько он у нас расположен-то вообще? Вот здесь он у нас практически вровень расположен. Так, значит... о, господи, не та кнопка. Так, значит, у нас он должен расположен быть точно так же. То есть вот так. Угу, так.
так. Здесь, соответственно, мы его фигачим дальше. Так, это у нас уровень 1. Так, теперь у нас здесь соединитель конвейерный. Так, соединитель конвейерный. А вообще вот это вот у нас что, кстати говоря? Что-то я тут лишнее, да, уничтожил? Да, здесь что-то немножечко не хватает. Так, значит, здесь раз что-то здесь не хватает, надо еще одну присобачить сюда. Блин, что-то здесь вообще плотно что-то не хватает. Так, сейчас, погодите. Походу, мы прям конкретно в каком-то месте просчитались, но я пока не понимаю, в каком. Так, ну я пока не понимаю, в каком. Значит, во-первых, надо вернуть сюда вот эту штуку, когда я ее уничтожил. Я, видимо, был пьян, но я не помню, чтоб я ее убирал. Видимо, я ее убрал вместо чего-то другого. Так, ладно, теперь мы, значит, разбираем вот эту вещь. Нет, не разбираем, потому что прошло сохранение. Ладно, ждем. Пара-па-па-па-пам. Да, господи, к Катериной базе еще подключать. Это тут времени-то уйдет еще ого-го. Так, давайте вот это вот мы разберем тогда. И вот это мы разберем. Да, видимо, где-то там ее полосануло случайно. Так, это у нас соединитель. Да, может тогда, кстати, соединитель перестроить. Раз уж на то пошло. Хорошо, мы один хрен здесь все переделаем. Давайте тогда его сделаем по центру, этот соединитель. Так, значит, конвейерный соединитель. Надо здесь будет тогда стоять вот здесь. Это центр? Наверное, центр вот здесь. Так, вот так вот у нас будет стоять по центру. Значит, теперь здесь. Блин, а здесь нам тогда нужен будет еще один соединитель. Получается, никуда мы от этого не уйдем. Так, значит, нам нужен будет конвейерный соединитель, направленный уже вот в ту сторону. Так, вот он у нас стоит по центру. Так, вот эту вот вещь мы тогда подключаем таким образом. Отсюда мы тогда напихиваем в две стороны. И отсюда запихиваем в итоге туда. Так, у нас теперь тут лежат еще два куска, которые надо выбросить. Так, давайте мы что-нибудь выкинем из ненужного. Вот, допустим, один вот этот и два вот этих. А то эти ящики плодить вообще не хочется. Так. Хорошо. Теперь нам нужно будет... Так, теперь нам нужно будет... Теперь нам нужно будет... Протянуть отсюда линию. Примерно куда-то вот сюда. Угу. Так, и поставить ее вот сюда. В эту сторону. Так, теперь здесь мы, соответственно, переразбираем вот эти штуки, которые у нас тут остались. Угу. Так, штуки перезабрали. От них мы теперь делаем, соответственно, разветвитель. Так, где он должен быть? Вот здесь у нас должен быть расположен. Только нам не разветвитель, а соединитель нужен. И ставим мы его... Так, где эта штука-то? Вот здесь. Ставим мы его сюда. И теперь, по идее... По идее... У нас должно быть более-менее ровно. Все вот это вот дело здесь организовано. Сейчас мы это проверим. Значит, вот сюда мы вытаскиваем такую штуку. Ставим ее сюда. Здесь подключаем. А здесь подключаем вот сюда. И что-то у меня такое ощущение, что она криво пойдет. Нет, она идет не криво. Как ни странно, но вот эта вот ерунда у нас сработала. Так, сколько у нас здесь? По 11 же, да, у нас? Или по 10? Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, по 10. Так, хорошо, ладно. С транспортировкой этого всего вот отсюда конкретно наверх у нас какое-то понимание есть. Теперь надо доделать эти штуки. Значит, сюда доставить надо. А потом думать, куда ставить следующее. Так, 2. Так, мне надо сейчас как-то так развернуться. Так, 3.
4. 5. Так, 6. 7. 8. 9. Так, и последняя десятка у нас остается вот здесь. Так, десятка поставилась, стоит вроде все ровно. Хорошо. Так, теперь, значит, надо последний уровень поставить вот там. Так, слушайте, кстати говоря, вы тоже подумали об этом же? Только что, да? Я ж их неправильно поставил. Все вот эти 9 штук стоят-то криво. Потому что расположены-то они должны быть наоборот. Они стоят, смотрите, как это одной дыркой стоит, а это другой. То есть все вот эти 9 штук теперь можно смело снести. Вот на самом деле то, что нельзя вращать уже созданные конструкции, хотя бы на 360, чтобы их можно было повернуть, это тоже немножко раздражает. Так, значит, нам надо присобачить к нашему списку дел, которые я вертел. Нам надо присобачить еще 9 штук. Или 10. 9, наверное. У меня такое ощущение, что у нас там что-то не сойдется сейчас. Дебет с кредитом не сойдется в итоге, когда я все это дело закончу. Ой, так, ставим теперь внимательнее в этот раз. Так, давайте ставим. Так, это хреначим сюда. Так, это хреначим сюда. Так. И это в итоге хреначим сюда. Так, ладно, теперь вроде как лучше. Да, здесь у нас будет подключение и прочее. Теперь мне нужны еще вот эти вот штуки с развилками. Так, вот здесь как раз надо будет подключать, так как я и планировал подключать первую, а потом... Оказалось, что так было не нужно. Так, вот здесь как раз нужно сделать именно так. Хоп. Так, есть такая тема. Ой, блин, вот эта тема была лишней. Так, надо сейчас будет мой список обновлять. Из-за таких вещей он уже стал немножко неактуален. Так, да? Ну, получается, что так. В результате мы построили 10, 20, 30, 40. Правильно? Да, мы построили в итоге 40 из 48. То есть мне надо еще 8 штук куда-то прихреначить. Это просто, грубо говоря, кусочек 2 по 4. Блин, ну куда я его прихреначу? Вообще он, конечно, напрашивается здесь. Ну-ка, раз, это у нас 3. Блин, там у нас сраное дерево. Вообще, я, наверное, могу его сюда припихнуть, на самом деле. Мне кажется, я могу его сюда припихнуть. Вот куда-то еще... Блин, ну дерево можно убрать, на самом деле. Очень хотелось, наверное, оставить это дерево. Но, видимо, сейчас его пробил. Есть у меня такое подозрение. Так, вопрос только в том, войдем ли мы туда до конвейерных. В принципе, конвейерные ленты-то мы тоже можем перестроить. На самом деле. Так, ну-ка. Вот эти конвейерные ленты, допустим, я бы не хотел трогать.
И вот это вот, в принципе, вот эту штуку, может быть, тоже придется, можно будет не трогать. Так, а если бы я захотел, ну, допустим, чисто гипотетически. Так, сейчас мы захреначим конвейерный соединитель, или же он соединители, да, соединители. Так, ща мы тут сделаем. Просто хотя бы примерно разметим, так оно у нас будет или не так. То есть сможем ли мы это сделать? Я думаю, что сможем. В принципе, 8 штук это не такой огромный объем, ради которого имеет смысл городить какую-то там отдельную площадку. Мы его сюда вполне себе запихнем. Другое дело, как мы будем потом к нему все подключать остальное, но это уже такое дело десятое. Так, есть такое дело. Так, есть такое дело. Теперь, допустим, сейчас мы прикинем. Теперь мы, допустим, ставим здесь такую вещь. Так, ставим мы вещь. Да, ставим мы вещь. Вот мы сейчас по ней отравняемся. Значит, она у нас стоит где? Она у нас стоит чуточку смещена. То есть получается, что как-то вот так, наверное. Если не ближе. Здесь вот ближе стоит, чем вот здесь. Так, значит, мы можем поставить ее еще ближе сюда. Так. Вот сюда. Вот сюда, что ли, получается. Ну-ка. Так, ставим на нее прямо, смотрим. Ну, вроде как расстояние одинаковое. Так. Сейчас, а то эффект масштаба действует. Сейчас мы возьмем все две палки, добавим сюда. Так, ну вроде одинаково. Так, вроде одинаково. Ну да, дерево, походу, не жилец. Здесь, соответственно... А, у нас здесь, в принципе, так и получилось. Смотрите, как. Здесь мы три отступаем. И вот здесь вот нам останется как раз последний блок, на базе которого мы вот это дело захреначим. Вроде как ни с чем мы там особо не конфликтуем. Под нами эта шахта, но это все у нас будет проходить. Так, там пройдет, кстати говоря. Ну да, разводка здесь пройдет. Так, раз разводка здесь пройдет, значит проблем быть не должно. Значит, нам надо залить фундаментами вот эту вот вещь. У нас, в принципе, цемент для этого есть. И, значит, закончить проектирование вот этого тогда. Так, ладно, на сегодня мы уже давно играем, тогда этим заниматься не будем. В следующей серии тогда продолжим. И по идее у нас вот эта часть будет все. Останется только придумать, чем мы будем, собственно, вот эту хрень напитывать. И это, конечно, будет геморрой. И вот эту хрень, и вон ту хрень. Там надо будет плавить катерия, просто не выговоришь какое количество. По факту нам нужно будет... Ну да, нам на каждую вот такую вот нужно будет по линии. Да, то есть 5 линий катерия у нас уйдет только вот на эту штуку. Так, и 4 линии катерия у нас уйдет на ту. А у нас их всего, по-моему, 10. Ну-ка, у нас же их 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 их даже получилось. Ну да, у нас достается две резервные, условно резервные линии. И то они такие на... Да, частично резервные получаются. Ну ладно, хорошо. Тогда, ребята, давайте до следующей серии я с вами прощаюсь. В следующей серии закончим с подключением вот этого. Вернее, с планированием вот этого. И перейдем, наверное, к планированию хотя бы катерийного производства и переплавки. На сегодня тогда я с вами прощаюсь. Спасибо, ребят, за внимание, удачи и всего вам доброго.